Так, теперь. Ну что я скажу? Холмы. Так, Ражева, не высылайте деньги, мне нужны будут черенки. Ладно, за мной 1000 рублей, только напомните, я забуду, и вы будете черенки покупать по полной стоимости. Вот, так что это, в ваших интересах напомнить мне, у меня памяти нет. Так, Егор Томск, ну это все, это человек, который делает специальный сайт для продажи косточек и так далее. Через пару дней получил свой затак, подготавливаем братом участок. Немного был заброшен. Хотим перепахать. Не, сразу, ни в коем случае. Не дай вас, Боже, перепахивать. Вы что, с ума сошли? И все, сразу это, увольняюсь, если вы, окажется, что я даром не нужен. Так, как-то землей управляться и холмики подготовить. Вот готовьте холмики. Почва не тронута, это святое. Это один из основополагающих учений Железова. Есть ли смысл пахать или надернуть прямо? О, так вы, кажется, все знаете. А чего же вы меня чуть на инфаркт не довели? Есть ли смысл пахать или надернуть, сыпать холмы? Или пахать весь участок? Да вы мне должны будете, как у нас говорят на Украине, фляжку. Да еще коньяку. А знаете почему? Представляете, сколько я вам труда и денег сэкономил? Пахать весь участок. Все, запоминайте, с вас это самое, бутылка коньяку. Так вот, вы правильно пишете. Не правильно, а как вариант. Надерно сыпать сверху холмы. И не пахать весь участок. Все, разобрались. Снег у нас под метр у забора наметает. До этого 5 лет вообще не обрабатывался. Вот вам повезло. Значит, там уже структура заложена. Полынь, крапива в человеческий рост. Ну, это мелочь. Знаете, поискать. Нет, опять же получается. Второй момент. Первый про. Если уложимся, уже 30 минут прошло, осталось 30. Так, первый, второй момент пахота, а первый про нож. Давайте-ка быстренько читаем дальше. Вот. А может, потом вернемся к. Мой архив. Валерий Костинович, у нас груша сильно подвержена грибковым бактериальным ожогам. Привита на кавказскую дичку. Ну, а по-твоему, сирийская груша дает какие-нибудь преимущества по болезням? А она дает какое преимущество? Мне незнакомы на прививках на сирийскую грушу болезни вообще. 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 Вот. Естественно, дает. А ваша кавказская дичка, ну, для меня Кавказ, ну, если это низина, значит, морозостойкость 20-25 градусов, в лучшем случае. Есть Кавказские горы, там чем выше, тем холоднее. Вот. Может быть, оттуда, но вряд ли выдержит, как мои 40-50. Вот она и подвержена. Кстати, Амар, судя по имени, может быть, вы там на Кавказе живете? Ой, у меня с кавказцами особое отношение. Внизу морозостойкости нет. Вверху там выше. Там получше, казалось бы, дела. Горы, там абрикосы, вот тот же самый Дагестан, да. Вот. А потом бах! А у нас опять нет урожая абрикоса. У нас опять это внизу. У нас опять заморозки. Посреди зимы, то есть оттепели заморозки. Так, Мезенов, вот он, Олег наш. Добрый день, хороших ножей не купишь, если только остались непроданные на складе. Я пользуюсь а у меня ну-ка. Нет, у меня какая-то фейка. Так, Тина, у них есть ножи для левши. Вот, раз уж есть ножи для левши, это солидная фирма. Обычно я первый раз вижу, что ножи для левши. Это солидно, это Олег вовремя подсказали. Вот. Каким я и являюсь. То есть вы еще и левша. Стоимость на сегодня не знаю, 2 года назад. Сколько? 12 тысяч. Вы шутите, что ли? Это куда же мы едем-то, мы?
Когда-то я считал это крайней степень, когда стоил этот самый настоящий Селлинген 5 тысяч, но это уже лет 15 прошло. Ой, 12 тысяч, да еще и обманул, хорошо вас не обманули. Но ваши, меня, знаете, внушают уважение ваши результаты, значит, вы 12 тысяч зря дали. Но вообще это, у меня сразу давление подскочило, 12 тысяч за нож. Есть люди, вы знаете, что там переточить, что ли, лучше. Но тогда нужно очень хорошего этого токаря, который вам переточит нож двусторонней заточкой. У них они двусторонняя заточка, но они, по крайней мере, с хорошей твердой стали. Вот. У них должно быть два качества. Первое – твердая сталь, потому, чтобы не точить каждый раз, по много раз. И второе – заточка на одну сторону. Если фирма и для шеи отдельно держит ножи, она такая солидная, но зато 12 тысяч. Ну, спасибо. Сейчас половина это руки опустят. Так что, Олег Олегович, ваше сообщение меня не обрадовало. Спасибо, по ножу и заточке понял. Буду искать правильные. Ой, как обманывают они. Владислав Сутук, кажется, можно ли осенью пересадить саженец с обрезкой, а весной сразу привить. Зимы снежные, осенние пересадки переживают. Ну что, я, в принципе, десятки раз показывал вам как раз. О, для правши пишет Мезинов. 10 тысяч. Вот эти молодцы. Только я их похвалил, что они о левшах вспомнили. Так о левшах гонились не 2 тысячи, так получается. Да, коммерция. Экономит этот год удача с прививкой низкая. Удача таких пересадок низкая будет. Ну, в общем, именно так мы и делаем. Уже сколько раз я показывал. Давайте заглянем на прививки. Там же и нож, может, найдем. Сейчас закончить бы разговор. Городничин пишет. Мезинов пишет. Кузнецов. Ну, тогда вернемся еще назад. Давайте пока быстренько глянем на этот архив по прививкам. Вот она. Сейчас быстро ищем. Значит, великолепный нож был. Но это было 20 лет, 25 лет назад. Вот чудо-нож. Раз. Вот такой хотел. Даже не знаю его марку. Потом утерял его. Потом чуть с ума не сошел, когда утерял. Вот это дерьмо. Вот это и есть. Самурай. Видите? Двусторонняя заточка. И еще вот эта лента, которая я называю сантехническая. Сопли. Вот, и вот это мне прислали, а я сфотографировал. Так, сейчас я самое главное покажу. Ну, вы сами виноваты. Взяли, как начали про это, о прививках говорить. Вот он. Видели? Но самое интересное, что это не мой нож. Здесь также написано «Германия», «Солинген». А вот этого на моем ноже, это более позднее, это кто-то из вас прислал. Вот. Вроде бы и он, а он мне еще человек спрашивает, а это ваш нож? Он похож, да? Можно его покупать? А черт его знает. А не подделка ли? Потому что на моем вот это и не было, этого логотипа вот этого. На моем вот это было, а вот этого не было. Но я еще, может, им свой покажу, если дойдем. Это все хитрости, это все хитрости, хитрости. Сами виноваты, не надо было так глубоко копать. Вот этот нож, тот вот он. Вот, видите? Вы уж, пожалуйста, разберитесь, может быть, по этой фотографии, смотрите. Виктории. Отличный нож, вот что скажу. Да, и сталь твердая, почти не точу. Вот, на ту сторону заточено. И подарил мне его Антон Валерьевич Сафронов. Но он перестал. Подарил мне, когда лекцию читал в Челябинске. Вот. И там продал партию. Ну, как перекупщик, может, что-то и заработал. А сейчас уже перестал. Говорит, дорогие, если я куплю партию, то перепродать уже не смогу. Поняли?
Надо еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Вопрос, конечно, важнейший, важнейший. Представляете, с помощью прививки из таких делают такие. Хочется? Тогда учитесь прививать. Да, увеличится в размерах, да. Настоящая работа, она так выглядит. Еще покажу. Вот это вас ждет. Вот это, вот это, вот это, вот это. И вот это. Я бы еще хочу одну фотографию показать. Вот это, кстати, кто-то из вас его переточил. Просто взял и переточил. Вот, пожалуйста, прекрасный нож получился. У нас односторонней заточкой. Вот. Среди нас есть такие уникальные люди. На все руки мастера. Это моя учеба. Не дай вам Бог когда-то вот это вот. Представляете? Не дай вам Бог. Вы думаете, это самое, это питомник? Нет. Вот так вот собирается кормить вас яблоками. Вот с такой густотой. А сколько на каждом будет? По 3 яблока. Господи, зачем это все выдумывать? А люди верят. Технология итальянская перешла в наши сады. Называется луговой сад. Глупость несусветная. Вот еще одна подлость. Не дай вам Бог купить его. Это я Егору говорю. Многие с этого начинали. Купили, выбросили сразу. Лучше в речку, чтобы, не дай Бог, кто-то не подобрал. Лучше в речку, чтобы с концом. Мои учебные снимки, это уже для книг. Я использовал в статьях. Вот она учеба, ребята. Вот она лента. Сейчас придет ко мне лента. Пока ее не было, спрашивали. Сейчас придет, как в рот все воды наберут. И заказывать не будут. Это я уже проходил. Вот. Подниму, скорее всего, цену до 600 рублей. Пока 500. 100 штук. Недорого. Учеба, учеба, учеба. Учеба, господи. Сколько дури придумано, боже мой. Сейчас, кажется, я уже близко подхожу к этому. Вот, осенняя посадка, видите? И сразу сильнейшая обрезка, а весной прививка уже на месте. Вот это я хотел показать. Все, возвращаемся назад. Так, возвращаемся назад. Читаем дальше. Что еще добавилось из писем?